7 июля 2023 год. Опять с дежурства, думаю, запишу-ка я, наверное, решил. Идея такая. Записать все анекдотические случаи, которые произошли со мной в жизни. Я в прошлый раз записывал вот этот тест на харьковчанина. То есть это то, что в реальности со мной произошло. Из некоторых этих ситуаций реально анекдоты родились. Так вот, первый тест на харьковчанина был, когда я ехал в 107-м маршруте, а пассажирка у водителя спросила, я до Барабашова рынка доеду, а водитель ответил ей 50 на 50. То есть имею в виду, что до перекрестка в Харькове 50 лет СССР и 50 лет ВЛКСМ, что прозвучало, конечно, довольно-таки фатальным предсказанием, да? Маршрутка Шрёдингера, как высказался мой сыночек. Да, ну, а сейчас тоже случай в Харькове был, и это действительно стало анекдотом, который, ну, потом расскажу, долго начинать. Значит, сажусь я на героев труда в маршрутке, это нулевые годы, еще тогда ходили эти рафики старые советские, маленькие маршруточки. Сидим, ждем, пока набьется маршрутка, ну, то есть водитель ждет, пока набьется маршрутка пассажирами. И тут, получается, кто-то пускает газы. Ну, что-то с метеоризмом у кого-то было плохо или хорошо. Ну, в общем, вонища такая, глаза режет. Ну, сидим, ждем, нюхаем, что делать, блин. Домой-то надо ехать. Тут заходит парочка в салон. Ну, парень с девушкой. Тянут водителю маршрутки деньги. Водитель оборачивает. Это все на моих глазах происходит. То есть я свидетель этому всему. Водитель оборачивается в салон за деньгами, увидев, видно, это зеркальце заднего вида этих. И видно, как у него искажается лицо, то есть он в этот момент хапает вот этот вот штын из салона, делает вот так головой и говорит, ну вы, блин, даете. На что этот парень, который тянет деньги, говорит, это за двоих. Да. Это, в общем, сама история. Она действительно произошла со мной там очень давно. Есть сиквел. Продолжение. В 15-м году я был, ну, в партизанах там на Гончаровском полигоне. Там 10-дневные эти вояки мы были, да? На Гондурасе. Ну и 10 дней там что, анекдоты травили себе на этом полигоне. И мне рассказывает вот эту историю человек. Как анекдот. И я просто, блин, офонареваю. Потому как, ну, я эту историю, которую со мной произошла, я ее описал в интернете на одном из сайтов на большом вопросе. Там уже годах в десятых. Там был вопрос по поводу того, какие смешные случаи с вами в транспорте происходили. Я написал эту историю. То есть, и я просто офонарел. То есть, моя история, которую я изложил в интернете, через несколько лет, ну там, может, лет через пять, да, дошла ко мне анекдотом, который рассказал мне пацан, он с Западной Украины сам был. Я из Харькова, он с Западной Украины. То есть, я там просто выпучив глаза это слушал. И, конечно, был впечатлен. Да, ну... Таких анекдотичных случаев в моей жизни было достаточно. Я, наверное, ну, десяток вспомню точно. Буду так поочередно их записывать по возможности. Просто, чтобы были на память. Повеселиться, да, и то забывается. Иногда там, вспоминаешь, думаешь, надо бы записать, надо бы записать. Вот уже два есть, да? Значит, 50 на 50 в Харькове, 50 лет в ВЛКСМ, 50 лет СССР. И... про это за двоих. Потом еще расскажу про брезгливость. Еще когда в Крыму служил на срочке в 90-е, был про брезгливость, да. Вот как минимум еще один анекдот будет, произошедший со мной лично.